В редакцию новостей ОТС обратился житель Новосибирска. Мужчина решил приобрести в кредит телевизор в одном из известных магазинов электроники. Однако в последний момент от покупки отказался, а спустя месяц ему начали звонить коллекторы. Николай Сальников разбирался в ситуации. Сергей Мелехов зашел на сайт магазина РБТ, чтобы ознакомиться с ассортиментом телевизоров. Подобрав привлекательный вариант, здесь же в интернете оформил заявку на приобретение устройства в кредит. Получив предварительное одобрение, пришел в магазин за товаром. Обратился на стойку регистрации, чтобы получить телевизор. Я для оформления. Но мне тут же менеджер говорит, что вас не предупредили, что телевизор последний. И он витринный образец висит. Я говорю, нет, я получать его тогда не буду. Я отказываюсь от него. Сделки не случилось? Да и ладно, подумал наш герой. Кредитного договора-то все равно не подписывал. А значит, беспокоиться не о чем. В итоге неприятности нагрянули нежданно. 7 августа мне позвонили уже с банка и говорят, почему вы просрочили платеж по кредитному договору на телевизор такой-то. Я говорю, извините, я не брал никакой кредит. Для меня, конечно, это было шоком, какой кредит, кто оформил. Потом давай разбираться, что да, телевизор. Я говорю, я обращался в магазин. Но никаких документов не подписывал, ни договора, ни кассовые какие-то приходные ордера, ничего не видел, ничего не забирал. Спустя некоторое время из банка начали названивать еще более настойчиво. И наш герой отправил финансистам претензию с разъяснением. Мол, товар не получал, кредитный договор не подписывал. Оставьте, пожалуйста, в покое. А тем временем к делу подключились коллекторы. Чтобы понять, был ли возврат средств из магазина в банк, съемочная группа ОТС отправилась в торговую организацию. В данной ситуации, претензию я приняла от клиента. Что уже сделано по этой претензии? От магазина, то есть сотрудник... Наш написал Альфа-банку, что денежные средства переведены. Далее нужно было зарегистрировать претензию, получается, клиенту. Угу. То есть вы вернули деньги в Альфа-банк, я правильно понимаю? Я ничего не возвращала, этим занимается бухгалтерия. Организация вернула деньги в Альфа-банк? Это надо уточнять уже. Ирина Пущина любезно согласилась поинтересоваться в бухгалтерии, был ли возврат средств банку за непроданный товар. Однако после ее второго выхода стало ясно. Обмен почестями закончился. Отказываетесь комментировать. Да какой запрос? Вы министр, что ли? Президент запрос вам делает? Нет, вы мне не представились. Угу. Николай Сальников, телеканал ОТС. Деньги вы перевели Альфа-банку назад за некупленный товар? Не в курсе. Честно, я не в курсе. А почему вы не в курсе? Вы руководитель магазина. Я руководитель магазина. Мне сказали обратиться на горячую линию. Пусть клиент заново зарегистрирует претензию. Все. А сколько можно? Что значит заново регистрировать претензию? Денежные средства компания вернула. Все. Несмотря на эмоциональность диалога, окончательной ясности в ситуации все же не появилось. Но дело даже не в этом. Непонятно, с каких пор заявка на кредит через интернет-сайт стала публичной офертой. Каким образом можно восстановить кредитную историю, изрядно подпорченную из-за нерасторопности третьих лиц? Эти вопросы журналисты ОТС направили в Сибирское управление Центрального банка России. Комментарии на тему от представителей кредитного регулятора смотрите в ближайшую субботу в программе «Итоги недели». Николай Сальников, Алексей Зубило, Новости ОТС.